Привет, друзья! Сегодня 3 ноября 2017 года. Я иду по бульвару Героя Украины Вячеслава Черновола. На мое мнение, этот переулок, конечно, бульваром назвать трудно. Его-то всего метров 200 будет. Ну вот он. Я специально начал съемки с улицы Чичерина. И вот вдалеке вы видите, это Юрия Савченко. То есть, видите, машины там проезжают. И вот за моей спиной. Так что мы сейчас подойдем. Там был установлен памятный камень. Сейчас я вам его покажу. Не забывайте переходить на мой сайт uadnepr.com. Там мною собраны, в смысле отсняты и собраны материалы практически о всех памятниках, мемориальных досках, монументах нашего города. Также в описании к этому видео будет ссылочки на группу и страничку в Фейсбуке. Переходите. Ну вот, пока я с вами разговаривал, я уже и подошел к этому памятному знаку. 30 секунд, ну, максимум минута ходьбы. И весь бульвар. Вот мы уже подходим. Сейчас почитаем, что написано на памятной табличке. Ну вот такое-то, такая гранитная глыба. На ней надпись. Вот это вот улица Юрия Савченко. А это памятный камень. Все. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за то, что смотрите мой канал. С вами был Виталий. Пока!